Ну, вроде все успокоились. В этом районе. Так, еще одна обезболивающая. Бумс! 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 Через весь экран, на пофиге. Что, наконец, карабинер 98К? Пошел, старый добрый, известный практически по всем играм о Второй мировой. Ну вот, мощно будет позже. Тем более, что по габаритам это скорее винтовка, нежели карабин. 70-85. Мощно, надо сказать. Иди хоть загоняй обратно этому. Желтую винтовку. Тип 99. Ладно. Плевать. Место пока еще есть, кстати. Карабинер можно пока выкинуть. Он белый все равно. Да и пользуюсь я пистолетом пока что. Еще очень долго буду пользоваться, потому что пистолет просто грандиозный. В своей мощи и точности. Так, G41. Пока будем копить патроны. Бумс. Бамс. Бэмс. Бомс. Бимс. Бомс. Стоять! Сдохнуть. Slow motion. Молодцы. Все как по нотам. Так, тебе тоже без шансов, боюсь. Я вообще перестал испытывать какие-либо проблемы в этой броне. Мне нравится. Расслабленно можно поиграть теперь. Вот, мощный желтый. Я же говорил, ну, просто сразу же, вот как только начинаешь чуть по характеристикам подбираться к точке возможности использовать оружие, сразу начинает желтый выпадать. Все, эти не надо вообще париться. Зеленый у него там вообще нет. Я мог бы зеленый спокойно купить бы. Вот зеленый я бы, наверное, купил, потому что зеленый, я там, не знаю. Это уже действительно как поведет. А желтого здесь хоть попой ешь. Лысый может присоединиться, и все равно этого будет много. Даже для двоих. Фельдфебель! Сдохнуть! Хватит через цистерну стрелять, читер ты, а? Даже не стесняется вообще. Деньжата. Так. Для белого пистолета он вполне себе нормально дамажит. Да. Бойцы рейха использовать начали массово Мосина. Точнее, они не используют то, что у них выпадает обычно. Они носят это где-то, я даже боюсь назвать место, в котором они все это переносят, потому что ни в руках, ни на спине у них этого нет. Куда можно запихнуть пулемет полноразмерный, так, чтобы его вообще не было видно? Для меня не то чтобы загадка, но тема, на которую лучше не говорить, и о которой лучше не думать. Понятно. С вами неинтересно, господа. Там тупик, да? Естественно, ничего другого там быть и не может, потому что это уже конец карты. Кто по мне стреляет опять-таки? Кого-то там стреляет. Грузовик, зачем ты трогаешь грузовик? И Гитлер придет лично, леща ответит за такое. Обращение с техникой. Казенной. Не трогай Опель, скотина. Пошел в жопе. Пулемет тип 11, надо было подобрать, посмотреть, что это такое.
А, вот, по-моему, что-то такое я помню уже. Доходил я до этой станции. Вот это здание я, по-моему, помню. Ладно. Наверное, доходил я не в таком хорошем состоянии, скажем так. Потому что помню это как довольно-таки сложное место. У-у-у, револьвер Вибл. Или Вибли. Наверное, Вибл. И автомат МП. 38, желтый. И граната Штрехенбехен, при которой, конечно же, нельзя забывать. Параша ваш МП-28. Разрядите, выкинуть и все. Ну, тоже параша, конечно, да. Да, Унтерфельдфебель. Что по мне там еще? Ну, конечно. Они у меня впритык, я их впритык не вижу. Все нормально, так и должно быть. Нож НКВД, желтый. Звучит неплохо. О, да, я теперь понимаю, почему я это запомнил как сложное место. Посмотрите на мини-карту, там как будто ветрянка началась. В любом случае, у меня сейчас практически непробиваемая броня. И практически не контрящийся пистолет. Так что не страшно. Ты перезаряжаться будешь? Он начал перезаряжаться, что-то остановился, не стал перезаряжаться. Да-да, давай постреляем в 10 метрах друг от друга. Ты выпустишь в меня 3 обоймы, я скажу пофиг и убью тебя. Почему бы не сделать так? Он заваншочен на 100-метровом расстоянии какого-то неудачника. Почему бы не сделать так? Ну чё, я захожу внутрь, неудачники. Сейчас почувствуйте всю кару выстрела на себе. Все же панцир-гренадиры, капитаны и так далее. Не видели такой кары. Со времен Первой мировой. Пришел, всех с пистолета расстрелял. О, пулемет тип 11, зеленый. Угу. Вот про что я и говорил. Ну и что теперь выкинуть? Ничего. Пока что. 7-10. Неплохо. Очень неплохо. А вот карабин мощный, это более чем неплохо, я бы сказал. Восприятие 40. У меня сейчас 35, да? Вот этих вот подонков убить и все. Поэтому вот это вот выкидываем. Каска СШ-36. Срочно смотрим, что это за позор нации. Выносливость 25, блин. Нехорошо это, конечно, так подставлять. Нет, лучше уж мощно, чем каску. Я думаю. Пойдемте винтовочные патроны возьмем. Да плевал я на вас на всех, а? Отстаньте. Кто там? 2 пулеметчика, у меня 1 пистолет, то куча. Я, конечно. До свидания, господа плохие. Я когда-нибудь поговорю с этим? Лицом. Неизвестной национальности, находящимся внутри. Заперто. Надо найти ключ. Думаю, он может быть у одного из немецких офицеров. О, еще одно с добавок. Вспомнил, как я долго парился, ища ключ. То есть он может быть у кого угодно, ты можешь его просто не заметить, потом ищи, бегай там и так далее.
Вот поэтому мне тоже не понравился уровень, потому что я, по-моему, очень долго не мог найти ключ. Не знаю, как сейчас, как повезет опять-таки. Где он там, когда выпадет, при каких обстоятельствах. Буду ли я на это все смотреть. Ну почему ты по мне попадаешь, а по тебе нет? Так, понятно. Каску, броню пробиваем, стекло нет, не можем. Угу. А, то есть они через закрытую дверь по мне шмаляют. Как и я, в принципе, по ним. Это вдвойне интересно. Ну, ничего, дверь закрыта, ну ладно, плевать. Да. Именно так. Глюками лучше не пользоваться, потому что богоюзание в этой игре заканчивается обычно плохо для тебя, а не для противников. Потому что твои противники именно баги-то и юзают. Если ты начинаешь эти баги юзать, ну, что, они выигрывают. Особенно если этот капитан, который засел за своим гребаным БМВ с коляской. И фиг ты по нему попадешь. Ладно, плевать. По-другому, значит, его оттуда выдергаем. Да плевать я на вас хотел. Я сейчас обойду и, блин, шлепну вас всех просто. Как нефиг делать? Как нефиг делать? Деньги еще он куда-то пошел, непонятно куда подбирать. А, они снаружи. Ладно, ладно. На этом мне уж точно особо пофиг. Бумс. Ты еще и не попал. Опять ты сдох. Насколько я понимаю. А ты взял, сдох. Капитан был не лох. О! Я уж думал, что сейчас я скажу, что это было самоубийство. Потому что сдох бы. Но я не сдох. Опять вибл. Не знаю. Как там правильно, но тем не менее. Спокойно, спокойно. Тут по мне уже шмаляет. Я даже на мини-карте не вижу. Все равно сдохнешь. Че париться? Ты тоже. Так, 13 уровень получен. Обратите внимание на то, что здесь после получения уровня не восстанавливается здоровье, в отличие от многих остальных классических RPG, экшен-RPG. Там обычно с получением нового уровня восстанавливается полностью здоровье. У тебя сразу же проблем становится меньше. Так. Подбираем здесь все, что находим. Пулеметные 200, нифига себе. Нормально. Вот где этот ключ искать? Это огромное количество немчуры. Я должен всех убить. Найти ключ. Ну не всех убить, найти ключ. Убив нужного мне супостата. А где этот супостат, фиг знает. Возможно, этот. И ключ самый интересный, не фиолетовый, не какой-нибудь там. Он белый. Иди читай среди город его лута, какой там тебе нужен. Он просто белый. Стек...
квестовые вещи никак не выделяются. Надо быть внимательным максимально. А вообще очень красиво. Уберите музыку! Включите пение птиц! Какого хрена, а? Лучше бы вообще не добавляли, честное слово.